Как освежить гардероб, не покупая новых вещей, например, модным аксессуаром. Химчане научились делать воротники из фетра на любой вкус, нарядные и на каждый день. Процесс очень простой и увлекательный, а результат зависит только от воображения. Нам понадобится сам фетр, на который мы будем делать воротник, клей, ножницы и, в принципе, само украшение. Это могут быть бусины, бисер, ленты, декоративные стразы. Специалист Наталья Шабалдина рассказала тонкости процесса, как правильно приклеить украшения, чтобы аксессуар прослужил долго. Встречи по интересам в Химках проводят часто. Информацию о месте и времени проведения будущих мастер-классов можно найти в газете «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.